Всем привет! Хочу вам сегодня показать, как празднуют 8 марта, праздник 8 марта во Франции. Смотрим. Ну, вы поняли намек, наверное. Такой артхаус получился. Типа, сами догадайтесь, но я думаю, вы поняли намек. Никак не празднуют. То есть практически этот праздник, его знают, в принципе, знают, что есть такой праздник. Некоторые, может быть, некоторые даже поздравляют своих женщин. Но в общем и целом это рабочий день. Никаких подарков особых, никакой суеты. И я вот спрашивал у многих, знают ли они этот праздник. Некоторые сначала не понимали, потом да, есть такой праздник, там что-то такое, праздник женщин, типа такого. Но говорю, а подарки там ждете вы, дарят вам в этот день? Большинство говорит, что нет. Некоторые так просто там улыбаются, типа, а, ну может быть, я надеюсь, там туда-сюда. То есть в целом нет такого праздника. Здесь, как такового, во-первых, это не праздничный день, все работают в этот день. Во-вторых, то есть, если мужчина, допустим, в этот день не подарил подарок, то, в принципе, немногие там как-то на него обидятся или подумают. То есть, в принципе, это, скажем так, не принято. Здесь большой суеты по этому поводу нет. Хотя, опять же, есть, наверное, исключения. Есть люди, которые, может быть, празднуют, ждут. Как-то так. В основном, естественно, 23 февраля, конечно же, здесь тоже нет. Точнее, не тоже, а вот этого праздника действительно здесь нет. По той простой причине, что это праздник День Советской Армии, потом День Защитника Отечества, как там его только не называют. Естественно, здесь такого праздника нет. Здесь в основном, если вот так вот брать поздравления мужчин, женщин, то здесь есть такие праздники, довольно знаменитые. Ну как, это тоже не... Это тоже рабочий день, но, в принципе, их празднуют больше. То есть, это день папы, например, или день бабушки, день мамы, там, вот в таком духе. Вот в эти дни в основном поздравляют своих женщин, там, дети, мам, ну, то есть, вы поняли суть. Вот эти праздники более такие значимые во Франции. Совсем забыл, есть один вариант, сейчас возьмем интервью у англичанина, который работает здесь, и заодно узнаем, как в Англии это происходит. То же самое с праздником 8 марта, либо так, как у нас. Aujourd'hui, c'est 8 mars? Oui, c'est le 8 mars aujourd'hui, oui. Tu sais, c'est quel jour, c'est fête ou quoi? Ah non, c'est non? Pas fête. Non. Dans ton pays, en Anglais, en Angleterre, il n'y a pas fête sur 8 mars? Je pense non. Par exemple, dans mon pays, 7 jours, c'est jour de femme. Tu sais, tous les hommes faire cadeau pour femme et c'est ouf, c'est très... Ah oui, c'est le week-end ça. C'est le week-end, c'est fête de mère. Ici en France, c'est fête de grand-mère, mais ça n'existe pas en anglais. Fête de grand-mère? Fête de grand-mère, cet week-end, ou dernier week-end. Ah d'accord. Mais existe pas ça. Mais 8 mars, tu rien donné pour ta femme, par exemple? Petit cadeau, non? En anglais, en Angleterre, c'est aussi comme ça, ou comme en France, c'est pas pareil? Ou c'est pas le même? Il y a jour de femme? Oui. Dans l'Angleterre? Oui, c'est le même. Et quelle date? Je connais pas, je pense peut-être c'est change chaque année. Ah, d'accord. Parce que c'est week-end toujours. Oui. Grand week-end. Exact. Mais c'est à côté, mais c'est à mars. Oui. À côté 8 mars. Oui. Peut-être avant ou après 8 mars. Oui, à côté parc. Et ça s'appelle comment? Jour de femme ou jour de. Mother's Day. Jour de mère. Oui. Jour de mère. De mère. C'est pas femme, c'est mère. Oui, c'est mère. Oui, ça c'est important.
Donc merci beaucoup pour l'interview. Ну вот видите, такая ситуация, что в Англии тоже нет особо такого праздника. У них есть праздник матери. И я не очень понял, не очень знаю, можно посмотреть, погуглить, но я так понял, он всегда где-то вот рядом с 8 марта, просто в какие-то выходные. Либо до 8, может быть, либо позже, когда выпадают выходные, как-то так. И, в принципе, несмотря на все это, хочу сказать для тех, кто, для кого это все-таки праздник, а для наших, как говорится, жителей СНГ в большинстве это праздник, особенно для девушек, для мужиков, не знаю, может быть, это не столько праздник, сколько головная боль, но тем не менее, с праздником даже тех, кто плохо себя вел. На этом все. Про 8 марта я рассказал вкратце. Думаю, вам понравилось. Всем пока, до новых видосов.